Салам алейкум, это наш оператор сегодня. Да мама! Я думаю, реально, что ты что-то придумал. Нет. Нам дали здание, и мы на iPhone просто будем снимать клип. Ну, да. За 10 миллионов рублей. Поспокойно, соберись. Я понимаю, что нервничаешь, но бывает. Мама. Все хорошо, давай, соберись. Вот за это мне и дали 10 лямов. О, привет, мы сейчас будем снимать клип за 10 лямов. А это Алишер. Мы приехали в офис Альфа-банка на Неглинной 10, правильно? Самый-самый центр Москвы, здесь где-то ЦУМ рядом, да? Да. Через дорогу, охуеть. Сейчас будем смотреть, ознакомливаться с тем, что вообще тут есть, где здесь можно снимать классный клип, и даже что-то смеешь. Я просто видел микрофон для записи треков здесь. Не хочешь записать хит? Кстати, на такой примерно Тентасьон и записывал свой Look at me. О, космический туалет. Растения живые, это мы уважаем. Снимай, как они воду тратят. Некуда девать. Денег, видимо, дохуя у них, да. Рэпер Алишер Моргенштерн написал ролик для известного банка за 10 миллионов рублей. Обязательно, если вы еще не зарегистрировали карту, регистрируйте, потому что это, во-первых, единственная на данный момент карта с бесплатным обслуживанием, да, а во-вторых, я получу за это деньги. Поэтому ссылка в описании, регистрируйте карту. А, ну и в конкурсе участвуйте, конечно, бэбки. Хай! О, это визажист приехал, мне лицо красит. Алишер, а мы еще вам карту для съемок сделали, да, чтобы вот, даже с вашим именем. Блин, очень стиль. Полностью красная и все. Мода. А сколько там денег сейчас? Это болванка. Миллион на карту. Блин, ну красиво, смотри. Минимализм, это круто. Да. Ну, карты реально стильные. Поэтому что? Поэтому что? Заказывайте их. Обязательно по ссылке в описании. На одной маршрутке, что ли, все? Привет, Ирада, давай обниматься. Привет. Привет. Салам алейкум, это наш оператор сегодня. Подожди, а ты кто? Я блогер. Ты Ян Хефнер снимал? Да. Бэкстейдж будет качественнее, чем клип. На самом деле, действительно, очень красиво. Меня это даже смущает. Почему так хорошо? Как режиссер клипа, расскажите свою задумку. Что вы планируете? Помнишь, я предложил, чтобы клип начинался с того, как я, типа, протираю камеру вот так, типа, майкой или чем-то. Ага. Вот. А дальше не знаю, да, все. Можно чуть-чуть купить? А ты знаешь, что это? Ты даже не... Ягодная бодрость. Ну ты видишь, я усатый, я усталый. Стал взрослым. Ты знаешь, какая у меня апатия сегодня? Ну. Я убрал, Слав. Нет, ты говори, не убрал ее. Да рассказывай, Слав, не переживай. Да ладно. Рассказывай все свои секреты. Да мы удалим. Снег. Почему так жесток снег? В общем, да, задумка нашего клипа абсолютно никакая. А что это? Это Александр Орел? Девочка какая-то. Ну я же похож на смерть, зачем ты меня снимаешь? Ты как режиссер выглядишь как раз. Как режиссер? Как творческий человек, посмотрите на него. Я на самом деле понимаю, я до 7 утра не мог уснуть и был уверен, что отменю абсолютно все съемки сегодня и улечу на Бали без телефона. Я был уверен в этом, потом поспал и такой, ну похуй, ладно, сниму этот клип. Да, я, короче, понял, что все. Клип начинается. Я думал реально, что ты что-то придумал. Сейчас приедем. Нет. Нам дали здание, и мы на iPhone просто будем снимать клип. Ну да. За 10 миллионов рублей. Ее же вроде все хорошо, ее не надо покрасить, или ты губы едешь? Колокольчик? Комментарий? Возьми рубашку. А, кстати, ты не хочешь рубашку выбрать? О, давай. Какой классный менеджер у меня, да?
жалко, она не понимает, что портит плазмы сейчас. Да. Это говорит о том, что я не очень хозяйственная, спасибо. Мне дают кейс с 10 миллионами. Да, у нас есть 10 лямов здесь? Да, да, да. Да, прям здесь? Да, да. А, ну да, это ж банк. Здесь 10 миллионов рублей. О, сколько энергетиков, господи. Ну, спросил. Ну, мы просто, на самом деле, нам было лень составлять райдер для этой съемки, и мы скинули концертный, нахуй, райдер. А там, чтобы вы понимали, на 10 человек, на всю группу. Но, ну, круто. Просто... Не могу взять. Что там, какой-то статный мужчина, блядь, может он... Это дядя Артём. Да ладно. Смотри. Артём, ты в деле, нахуй. Ёб, сосать. А, на Кремль будете пиздеть, вот этот человек вам лично ебал. Блин, отлично, отлично. Смотри, нам просто как раз сейчас нужен человек, который якобы представляет Альфа-банк. Да. Поэтому ты среди, ну, с тремя девочками, с кейсом, денег. Ты выглядишь как директор Альфа-банка. Ты специально, чтобы в клип попасть, да, так оделся? Да-да, чё ты, блядь. Зачем трогать твое лицо? Можешь это сказать? А, меня сейчас красят, чтобы я был не такой уродливый, как в жизни. Потому что все в интернете не такое, как в жизни. Я вам открою секрет. Все пиздатые тёлки в интернете в жизни не пиздатые тёлки, а просто тёлки. Хочу, чтобы обязательно палец было видно в каком-то моменте. В объектив палец? Да, ну вот так, типа. Бля. Чего? Да, я видел, я тебя спалил! Это нет, не мой ТикТок, это не мой. Моргенштерн Генг, это выглядит как фан-аккаунт. Да, да, мы большие. Я же сейчас снимать надо. Ня-н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 я
видео. Каждое видео. Рвет тренды. Ну, зайди, посмотри. Игорь Фаршман. У меня 15 тысяч подписчиков за один день. Просто-напросто. Уже 20. Это вообще ни о чем. Я понимаю ваш ТикТок, ребята, вообще. Ипотеку всех уговорил, бля, я думаю. Минимум 2 раза. Вы знаете, у нас тут новые условия. Что? Ничего. Что, я гей, мне похуй. Понятно, ты же красишься. Наконец-то опять веселые бэкстейджи, да, господа? Вы скучали по ним? Я нет. Так тебе даже рубашку красят. Да. Совсем пидорская. Она прыщавая. Успокойся. Слишком не будет. На 1 сентября, я правильно понимаю? Да. О, вау. Класс. Да. Можно? Ты же Хитман, да? Хорошо, ботинки классные. У тебя к телефону. Давай. Алло. Ха-ха-ха, это башмак, Слава, это не телефон. Слишком нормально как-то. Когда Артём будет, знаешь, стоять здесь, вот здесь две девушки будут сидеть. Здесь кейс. Да. Здесь карточки. Что происходит, Азиз? Тот самый случай, когда задница случайно вывалилась из юбки. Приходится застегивать двух людям. Получается, Азиз? Да. А что вы делаете? Слушай, давай посмотрим, как цель будет сверху. Чтобы они сексуально выглядели. И мокренько. Сколько ты весишь? 43. Ну, мы подходим друг к другу. Я вешу 47 килограмм. Вот. Я 43. Набрал? Набрал. То есть, ну, хоть одного человека я на руках смогу носить. Нет, так тоже нет. А может, его просто как-то нелепо сделать? Мне же надо ей извинить. Посмотри на себя. У нас был клип «Пососи» уже, и он был в своем роде новой ступенью вообще. Ну, то есть это было что-то, нечто оригинальное и запоминающееся. Потому что его за снимал счет... чувак, который Хефнера снимал. Это да, это я да. Я запомнил 1 000 000 дизлайков. Здесь мы типа делаем то же самое, только на iPhone, и как будто стоит сделать это еще более гипертрофированно. То есть на 2 000 000 дизлайков. Еще более абсурдно. Да, на, ну... То есть на 1 000 000. Не. А, да. А я думал, что мы снимали одним дублем. Одним дублем? Да, я бы все снял. Без нарезок? Да. Не.
Там нужно спецэффекты какие-нибудь такие вставлять. Бам-бам-бам. А там я главный спецэффект. Я буду зумить Алишера, буду зумить охранника. Сиськи главный зумить. Ну это... Не забудь. Это он делать не будет, ребят, я вам сразу говорю. Слава, это очень важно. Смотри, покажу, как это... Смотри, вот так вот. И вот сейчас смотри, внимательно гляди, что как зумить сиськи. Вот так вот делаешь. Дзынь-дзынь. Заряжаемся энергией денег, ребят. Эх. Бабло. Девчонки, зарплата. Опа, отлично. Все, береги. Все, погнали. Да, тебе тоже красота. Все, я со своими делюсь, я сюда. Все, съемка закончилась. Ой, извините, а можно вас, пожалуйста, в ту комнату? Так же просто сидите, занимайтесь своими делами, но только в ту комнату. И все. Мне сказали наоборот. Не, наоборот, там нужно. Вы их не слушайте, они никто. А вот это кто? Заходишь, я прям тебя снимаю. Да, сажусь вот здесь. Смотри, здесь какие-то люди стоят. Да. Ты можешь им что-нибудь сказать, это же левые люди всегда. Ну, да. Посмотреть на их реакцию, я их зазумлю, потом ты заходишь, здесь уже сидит дядя Артем с девчонками, он жмет тебе руку. А как ты? Ты будешь через стекло снимать? Да, и это будет типа еще смешнее. Давай, вот здесь он стоит, и тут две девочки сидят. Да. Я, например, вот тут сел, и он их, типа... Их сажать сюда придется. Я такой, типа, слушаю. А он говорит... Молча просто берет... Нет, просто представь, что ты представитель Альфа-банка, и ты заказываешь у меня клип за 10 миллионов. Да. Все, ты просто, типа, нам нужен эксклюзивный клип для нашего банка. У нас есть 10 миллионов. Алишер Тагирович, я думаю, что этой суммы должно хватить. Блин, я не хочу делать пробный дубль, потому что он всегда лучший. Хорошо, давай. Давай тогда снимать. Так, ты здесь? Вы сюда, сюда. О, смотри, вот, надо сейчас начинать, Слав. Что ты мне сделаешь? Давай, я вижу твой пин-код, давай. Да! Мы только выходим, и ты сразу начинаешь снимать. Давай. Добро пожаловать в лучший банк нашей страны, в Альфа-банк. Здравствуйте, пойдемте. Первое, что хотелось бы вам предложить, Алишер Тагирович, это уникальная привилегированная карта Альфа-банка. Давай. А второе, я хотел бы, чтобы вы сняли лучший клип для лучшего банка страны, для Альфа-банка. Сколько? Алишер Тагирович, я думаю, что этой суммы должно хватить. Здесь 10 миллионов рублей. Я в деле. Ну все. Нет, вообще выглядит неплохо, кстати говоря. Здравствуйте. Да, это очень смешно. Охуенно. Я думаю, можно даже не переснимать. Это клип за 10 лямов. Тихо, оставьте энергию на клип. Было бы классно, если бы ты потанцевал здесь. Около денег. Здесь открыт кейс с деньгами, я беру снизу, типа, и ты... Бля-ля-ля. Yep. Стой. От него поставлю. А его получится, смотри, вот так поставить и открыть кейс. А деньги видно? Давай. А? Нихуя. Так, это Бекмамбетов, что получилось? Подожди. Вот так вот мы и отрабатываем, собственно, деньги. Ну это, конечно, не Ян Хефнер, но я старался. Все было. Я. Все готовы? Есть.
Больше, больше, жестче, девчонки. Он разъебывается сзади вас. Давайте жестче. Куда уже? Жестче. Я бы хотел, чтобы ты еще стоя потанцевал. На всякий случай. Окей, ну я имею в виду этот кадр. Было из чего выбирать потом. Давай, давай. Ну реально лучше снизу. Попейте, покурите, потом что еще мы будем делать? Костиком пасту делать, я гнище. Все. Что скажешь, что скажешь? Что, я лягушка. О, паркур. О, вот это йог. Я йог. А давайте? Я йог. О, нифига себе. Я йог, ребят. Ну что ж, вот так и делают деньги, дорогие господа. Досмотришь клип, иди делай уроки. Досмотришь клип, иди заказывай карту, попроси родителей. Конечно, конечно, карта-то, у нас же розыгрыш 3 миллионов рублей, пиздец. Нужно же всего лишь, получается, зарегать карту и купить что-нибудь. Хоть там жвачку за рубль, правильно? И все. И ты участвуешь. Такие дела. Ну, если что, может, вы забыли, но альфа-карта, она бесплатная в обслуживании, поэтому... Альфа-бан! Это отдельный. Артист в кадре. Бля, вот тут тоже локация неплохая, кстати. это скорее, я не знаю... Охуенно! Девочки дорогие, let's go нахуй. Хороший ракурс, Артем. Хороший ракурс. Хороший. Можно пожать вам руку? Окей. Шикарный ракурс. А вы не сюда, а не сюда. Туда, и он все это смотрит. Никогда бы не думал, что скажу такое на съемках, но можете ноги чуть пошире расставить? Супер, супер. Еще один сразу делаем. Знаешь, никогда не угадаешь, что он зумит сейчас. Дядя Сережа, отлично, девчонка. Дядя Сережа, ближе в камеру. Смотри больше на меня. Больше, больше, больше движений. Еще. Секс, можно секса больше. Кто мама здесь? Звонит. Да мама! Не сейчас. Так, продолжаем. Все, тусич, тусич пошел. Тусич, тусич, жестко, жестко, жестко. Нормально. Я себя был лучше. Вот так. Гонорар, гонорар. Спасибо, я хочу вас поблагодарить. Спасибо. Блин. Ха-ха-ха.
вы думаете про клип? Охуенно. Ну, я думаю, что это разорвет просто черт. Раньше там, типа, 2 месяца готовились, монтаж, демонтаж. Пришли парни, сняли за 20 минут, ушли там, типа, и 10 миллионов просмотров. Нет, просто телец, типа, ну да, режиссер! Я режиссер! Может быть, я режиссер! Я режиссер! На 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 Как думаешь, нам нужно еще? Финал, что будет в финале? Че, давай в слоумо на столе покидаемся? Давай. А где ящик? Чемодан ебаный, блядь. Спиздили. А, ну ладно. Вот он. Погнали. Ну, типа, соси, все, давайте последний кадр делаем. И мы и едем бухать в кайф, нахуй. А, стоп! Карту меж сисек надо провести обязательно. Ну ты закрываешь. Да, блять. Тебе надо прям. Спокойно, соберись. Я понимаю, что нервничаешь, но бывает. Знаешь, ну не каждый день, конечно. Ну это уже, блин. Не, не, нормально. Мама. Все хорошо, давай, соберись. Ну чуть-чуть. Осталось немножко. Последний раз. Можно и выпить, ребят? Да хватит. Сейчас уйдешь. Давай. За губ. Еп. Блять. Так. Вроде было. Еп. Посчитайся. И на пол тоже, на пол, на пол. На пол, на пол, на пол. Я. Ну что ж. Вот и весь бюджет клипа проебали, блядь. Получается, все сняли. Получается, пора уже. Получается, все сняли, кайф, блядь. Получается. Можно даже не считать. Я тоже думал считать. Не надо. Я думаю, потом можно в банке посчитать. Да, в банке посчитаем и просто поймем, нахуй. Сколько мы проебали. Да, да, да. Блин, если я вот это все пересчитаю, тут будет ровно 10, я вообще прям так обрадуюсь. Снова начну верить в людей. Можно смотреть бесконечно на 3 вещи. На огонь, воду и как... Люди собирают 10 миллионов.